Привет, дорогие друзья! Пришла очередная посылка с Китая, брошенная почтовый ящик. Ну, сейчас мы произведем обзор, что тут пришло. Скрываем ее. Пакет тоненький. Последний. Вот что пришло. Здорово. Вот такая штука нам пришла. Это специально для карточек. Материя такая мягкая, ткани главное сделать, тканевая такая. Но раньше это видео у нас было, наподобие нам приходило что-то. И вот мы решили другую немножко заказать, как говорится, более матерчатую. Ну тоже вид такой нравится, приятный, как говорится. Вот. Так что подписывайтесь на наш канал.